Нателла Наумовна, конечно, женщина серьезная. Ну, руководитель, ну, конечно. Она такая. Но она, надо понимать, что она все-таки женщина. А любая женщина любит цветы. Вот я и подумал, раз они здесь, что они здесь зря растут, подарю Нателле Наумовне. Вот такой получается у меня. Чего-то не хватает. А, вот. Сейчас вот таких вот штучек поставим. И будет такой букет. Она увидит. И сразу будет ко мне расположение. И у нас разговор с ней сразу завершится. Ну, красота.